Заседание рабочей группы по подготовке проекта решения о районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов состоялись 27 ноября и 4 декабря текущего года. В рабочую группу входят 27 человек. Председатель комитета по бюджету, депутаты районного уровня, непосредственные распорядители бюджетных средств. Председатель комитета по бюджету Борис Арсентьев пояснил, что неважно, сколько в рабочей группе будет представителей, главное – результат. Формирование бюджета идет с участием депутатов и руководителей района, а органы местного самоуправления поселений формируют бюджеты своего уровня. Процедура обсуждения бюджета рабочей группой предшествует его утверждению депутатами районного совета на сессии, которая состоится 21 декабря.